Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Groove Castle. Так, ну что же, у нас с вами есть один скилл поинт, и я думаю, что мы его потратим... Ха-ха, куда? Давай-ка, наверное, вот сюда вот, на дамаг. Так, друзья мои, у меня в данный момент 15,5 миллионов голды. Было больше, в разы больше, но я решил купить себе ненужную фигню. Сейчас покажу, какую. Смотрите, друзья мои, вот эту Worthless Coin Gold моды. Где эта Gold мода включается, я не знаю. То есть, ну, тут написано, типа, свободный автобой, где вы можете, да, фармить себе голду. 15% бонус к голде. Тайм-моды. Где это активируется? Ума не приложу. В общем, а эта штука стоит, друзья мои, 30 миллионов. Немало. Немного, да? Так, друзья мои, давайте дальше посмотрим, что можем купить мы с вами за эти денежки, которые у нас с вами есть. Так, это у нас... Подожди, это у нас за гемы, понятно. Так, критический шанс для наших лучников. Воу. Так, дамаг прибавляется или минусуется? Слушай, не могу понять. Ладно, давай посмотрим, что здесь. Опять за гемы, это мне не нужно. Так, максимум что-то 10 гемов приобрести могу или что? Сколько? 10 миллионов? Нет, друзья, я пока не буду тратить на это. Сундук. Угу. Это у нас 10% шанс во время боев встретить мимика. Сундук такой, да? Бонус. Хм, опять же за гемы. Ладно, пока не будем. Так, опять за гемы. Что, все за гемы, что ли, да, друзья? Практически все за гемы. И мне сказали, что Рэй, купи огненный лук для своих лучников, и у тебя получится дамаг 50%. Слушай, а если я, например, тут замедление, да, на ледяном луке. Так, а здесь отравление. Ну, давай, давай, куплю 100 тысяч, не так уж и дорого. Могу апгрейдить. Угу. Ой, сколько трат идет. И всего лишь 1% прибавляется. Так, друзья мои. Ага, установили. Так, ну что, по вашим просьбам. Я не знаю, друзья, вот я поставил этот. Вот сюда, вот этот вот боевой режим. Но мне кажется, что выгоднее, наверное, поставить обратно кристалл. Да, кстати. Так. МП 25%. Да, это, конечно, все хорошо, но это мне придется сюда ставить. Ладно, друзья мои, вот так пока мы с вами оставим, да, все, 15 миллионов у нас в кармане. И давайте-ка мы с вами будем улучшать наших лучников. Наших дорогих лукарей. Деньги как вода на самом... Оу, ничего себе, причесочка-то поменялась у моих стрелков. Так, теперь курточки поменялись. Ага. Теперь у них шапочки появились. Это, конечно, все забавно, это все хорошо. Теперь еще поменялись прически, господи. Так можно до бесконечности их улучшать. Так, ну что, друзья, и давайте, наверное, мы прокачаем наших стрелков. Так, хантера прокачаем, да? А ну-ка. До 50 уровня. Нет, даже до 60-го. Вот так вот. А что здесь такое? А, ну это сразу 10 уровней. Экипировать, а что? А что я могу экипировать? Да ничего, друзья мои. Эй, подожди, подожди. Куда у меня арчер вдруг делся? Свап, а что такое свап? Не знаю, друзья мои. А, понял, понял. То есть это можно три разных, как тебе сказать, три разных ячейки, да, с разными, там, например, кольцами и луками. Все, я понял. Так, ладно, я устанавливаю сюда нашего арчера. Экипировать, конечно же, его. Так, ну и вроде бы пока все. Ну что, поехали. Я хотел тут разобраться кое с чем. Ну-ка посмотрим, смогу ли я здесь теперь справиться. В данный момент я вижу самого слабенького, это 430, да нет, есть даже 400. Попробуем, друзья, наказать. Ох, как мы... Так, ускоримся. О, бомбим. Да, благодаря тому, что я все-таки поставил 3 кристалла себе, да. То есть у нас теперь и... Какие тут у нас?
отравляющие големы, да, замораживающие и какие, электрические, по-моему. Ладно, не имеет значения. В любом случае, мы сейчас должны с вами здесь забомбить их. Так. Давай, 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 родные мои. Стоит там Каркуша. Наблюдает. Зря ты там стоишь. Тебе все равно против меня не совладать. Да ведь, друзья мои? Сейчас мы захватим с вами эту территорию и пойдем далее. Ух, как хорошо-то, а? Давай-ка еще. Вот так. Ну все, в принципе, замок будет нашим сейчас. Буквально еще пару секунд, и вражина сдастся. Отлично. То, что нужно. Так, ну и, конечно же, мы с вами улучшаем эту деревушку. Вот таким вот образом. Так, слушай, теперь можно попробовать захватить вот эту вот, 430. Я думаю, здесь тоже никаких проблем особых не будет. Давай усиляться, ускоряться, да, как говорится, все по полной программе делать. Слушай, ну неплохо мы вжариваем, смотри. Чудненько просто. Так, давай-ка еще бустанем маленечко, да, вот так вот. Продавливаем. Так, у нас здесь еще ледяные големчики. Отлично. Давай, наверное, еще прожмем, да, разочек. И я думаю, что замок сдастся. Давай, давай, родные мои, бомбим. Ну, еще пару секунд. Еще пару секунд и сдуется. Ах ты, елки-палки, не хочет сдаваться. Ладно. А, у меня манна закончилась, я не могу активировать скилл. Ладно, фиг с ним. Я думаю, что и этого будет достаточно. Да, друзья мои, сейчас они сдадутся. На нашу милость. Еще, как говорится, один замок к нам в копилочку. Соответственно, я буду получать в разы больше денег. И это меня устраивает. Так, что? Будем пробовать вот этот вот 450 или нет? А я все-таки хочу рискнуть. Так, и здесь, друзья, будет у нас сокровище какое-то. Ага, здесь мы уже воюем просто с армией. Продавливаем. Кстати, значит, здесь будет у нас, по идее, босс, да? Здесь будет босяра. Ладно. Я думаю, что мы с ним, наверное, справимся все-таки. Так, волна уже подходит к концу. Там совсем чуть-чуть осталось. Давай прожимаем, друзья мои. Не даем слабины им, не даем. Так, кто-то мне там писал в комментариях: а я уже, Рей, на 150-й волне. А я думаю, что я тебя догоню, братуля. Так, босса. Какого лешего? А че он так быстро бомбанул-то мне замок, эй? Парень, ты вообще моментально, прикинь. Просто подошел и бомбанул замок. Очень довольно быстро. Так, что у нас тут? 500 тысяч. Может быть, взять... Вот это вы мне сказали, что ерунда, Фордж. Давай тогда возьмем... Вот, что? Что опять? Что не хватает? Маленький уровень... Стрелков? А почему он маленький? Нормальный уровень. Я тогда буду здесь улучшать наших добытчиков. И вот это когда нам откроется, да, друзья мои? Орк Варкерс. Когда он откроется? Я не знаю. Так, ну что? Давай вот на этой карте, наверное, с тобой... А, тут же все за гемы, да? Тут же за гемы война это. Да. Так, оу, что у нас тут есть-то? Огненный дамаг. 6,8. Шанс крита 1.5%. Откат 3.9%. Так, огненный дамаг. Просто дамаг. Дай-ка я открою этот сундучок. Так, подвеска. Скорость атаки 9.8%. И огненный дамаг 12.2%. Так, друзья, ну в принципе подвесочка неплохая. Видите, да, ранг S у этой подвески, у этой B. Слушай, а кому мы можем с вами экипировать? Кому мы можем это экипировать? Давай попробуем на... А, на арчера наделась уже, да? Слушай, тогда давай, наверное, еще и вот это вот оденем. Получится? Нет? Получилось? Не могу, блин, понять, надели мы или нет. Давай так проверим. Так, здесь я вижу подвеску. Подвеска есть. То есть я также должен сюда вот воткнуть... А, у него только лук можно. Ну что же, лук тоже нам... пригодится. Так, дамаг. Не, давай лучше огненный дамаг, да, экипировать. Вот так вот. Следующий, кто у нас там?
из бойцов готов на себя что-нибудь одеть? Так, Зевс, у тебя что-нибудь есть? У него ничего нету, поэтому можно... я сказал, смело экипировать на тебя можно. Ага, тут еще и прокачка у нас, друзья, на 31 уровне. А сколько он требует голды? А, 20 гемов. Слушайте, друзья, а кто мне скажет, как нам можно откатить назад? Ну, чтобы, например, я мог поменять. Никто не знает, да? Понятно. Ладно, я прокачиваю, друзья. Так, и давай посмотрим. Сюда можно тоже подвесочку надеть. Экипировал, хорошо. Так, ему нужен молот. То есть меч применять он не может. Так, тогда левел я ему качну, малька. Да? До соточки. Во! Сотого уровня. Так, смотрим дальше. Подожди-ка. Зевс у меня здесь оказался. Кто у меня тут-то был? Кто у меня был здесь, стоял? Так, давай-ка посмотрим. Ага, ангел был. Точно. Я могу что... Вот, ангел может... Так, огненный дамаг. Экипируем. Мечик вот этот вот. Уровень давай, наверное. А, деньги кончились, да? Хорошо. Хорошо. Так, 11 левел. Опачки. А? Красота. Так. Ускоряет ангелов сумонов, да? Понял. Отлично. Так, друзья, ну что, поехали дальше. У нас с вами 58 уровень. А какая волна? Давай-ка глянем. На какой мы с вами? На 155 волне. Слушай, ну тут все довольно легко и просто будет. Я думаю, эти шитики еще долго нас здесь не смогут победить. Да, смотри, мы их просто бомбим. Так, у нас три голема, да? Электрический, отравляющий и ледяной. Я думаю, что нам нужно электрических убрать и поставить, наверное, сюда огненных големов. Я думаю, что вот эти вот все скиллы и улучшения будут только нам на пользу. У нас же вот там колечко. Подожди, я... Ёлки-палки, я сюда не взял ангела. Не снарядил. Вот так вот. Вот что значит невнимательность. Так, не нужно мне здесь ничего. Давай, ангелочек, ты где у меня? Родной, возвращайся в родные, как говорится, пенаты. Где он там? Вот он. Да, конечно, будем экипировать его. Так, и я хотел здесь поменять. Вот здесь вот хотел поменять. Не отравляющий, да, наверное, нам надо. А все-таки огненный. Вот так вот посмотрим. Красиво. Так, 99 уровень, когда у нас будет, мы с вами еще одну ячейку откроем. Так, что у нас тут? Слушай, ну это, конечно, все хорошо. Вот если бы эти артефакты можно было бы, как говорится, еще здесь надевать. А так у меня просто выбор. Понимаешь, да? Бонус к золоту 25%. Куплю. На всякий случай, друзья, покупаю. Вообще здесь надо все покупать и уже как-то расставлять по приоритетам. Так, ну что, попробуем с вами черного дракона завалить. Но я больше уверен, что у нас ничего не получится. Мы еще сосуночки. Но, тем не менее, я попробую. А ну-ка. О-хо-хо-хо, да, дамажит он, будь здоров. Нет, друзья, ничегошеньки у меня не выходит. Слушай, а как мне тогда его бомбить вообще? Наверное, нужно зарабатывать уровень, да, и прокачивать защиту. Может быть так? Давай-ка его... Что? Что там? Не помню, что там не хватает? А, гемов не хватает, да? Ну, ладно. Давай-давай, друзья мои, наяриваем. Этих сосунков мы быстренько сейчас с вами распишем. И у нас станет 60 уровень, да? Так должно быть, по идее. Кстати, ребята, вы мне пишите в комментах, стоит ли нам дальше ее играть или нет. Потому что, наверное, бои будут в дальнейшем одинаковые. Единственное, что мы с вами можем копить голду и как-то делать серию по прокачке наших персонажей. Да? В общем, пишите свои предложения. Так, мимик у нас тут появился с одним гемчиком. Так, естественно, победушка. Так, предлагают мне деньги, я не буду. А вот здесь вот, да. Слушай, защиту 5%. Давай 10%, да, теперь у нас по защите. Зайдем на карту. Я сказал, на карту, елки-палки. Давай-ка заценим. Сможем ли мы с вами вот здесь вот. Босс, да, вышел и забомбил нас с вами. Мы здесь не справились. Ну-ка, попробуем еще разок. Попробуем еще с вами разок.
Так. У нас тут, по крайней мере, сейчас и Зевс прокачан, да? И наш ангел. Так, что-то как-то уж больно на храпчиком они идут. Но вроде бы пока справляемся. Никто не может пройти. Вон, катапульты бомбят. Да, катапульты по замку. Вот так, левел ап. Сейчас, друзья, будем готовиться. Босс сейчас пойдет. Все, погнали. Проминаем, прожимаем все тут, что можно нельзя. Давай, 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 давай. Ну! Виктори! Фух! Так, мы с вами получили ледяное сердце. И куда это ледяное сердце нам? Так, защиту замка. Так, это где у нас сокровище? Вот здесь вот. Так, что оно дает? Дамаг. Ага. 30% дамага по ледяным монстрам. Вот что оно дает. Кстати, я ведь могу апгрейдить. Сколько? Это вот я буду столько денег тратить, а прибавится там 251% будет, ведь так? Офигеть. Да, не кисло, совсем не кисло. Ну что, я предлагаю, наверное, еще нам здесь что-нибудь бомбануть хорошенько. Слушай, вот я вижу 460, может быть, вот тут попробовать, а? Давай рискнем. Мы все равно ничего с вами не теряем. Так, так, а ну-ка. Должны, по идее, пробомбить этот замок, он будет нашим. Да, смотрите, неплохо довольно-таки мы его уничтожаем. Сейчас мы его к себе-то быстренько и прихватим, да, еще и деревушку расстроим, и будет нам еще лишняя копеечка, как говорится, капать. Ну давай, 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 совсем чуть-чуть осталось. Ну, давай, давай, родные мои, ну дожали, 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 что вы там тихоритесь? Господи, пока не прожмешь скиллы, не допрет до них. Отлично. Наш замок. Так, естественно, я эту колонию развиваю. Вот так это все выглядит. И у нас, что, остается только... А, 490 есть. Хе-хе, как думаешь, мы справимся? Я думаю, что справимся. Рискнем. Рискнем, рискнем. Так. Пока все хорошо, под контролем все идет. Давайте прожмем, наверное, наши скиллы. Валькирку. Зевса. Смотри, валькирии где, ребята, они просто телепортируются сюда. Им даже не надо теперь вылетать. Они хоп, и уже на точке, как говорится, действия. Смотри, еще раз показываю. Видишь, валькирии где появляются. Так, давай вот так вот сделаем. Да, ну, ребят, смотрите, мы неплохо с вами прокачали. И все у нас отлично. Кто-то писал, возьми Рей этого гоблина. Я так и не понял, какого гоблина там нужно взять мне. Так, подожди-ка, что-то не то пошло. Смотрите, мы не можем сдвинуться дальше с точки с мертвой. Че проблема-то? Маны не хватает, это понятно. Так, эти орлы тут, смотри-ка, все ближе и ближе к моему замку подходят. Мы действительно просто остановились на мертвой какой-то точке с вами. Никуда сдвинуться не можем. Так, ну-ка. Может, продавить... Поражение? Вы серьезно? Сейчас, вот я сейчас получил поражение? Офигеть. Да, друзья мои, а что это такое за кубик? Бокс. А, его можно открыть. Так, и чё? Что это такое тут? А, типа рулетки? Ага. Чё мне там досталось? Я что-то... А, 4 гема. Давай следующий тогда. Посмотрим. А где я их получил? Я не помню. Так, чё я... А, 53 тысячи голды, да? Ну, давай. Мне, конечно, лучше бы получить гемы. Так, ну вот, 9 гемчиков, уже хорошо. А где же я их заработал, друзья мои? Вот эти вот... А, я вспомнил, эти ящики я зарабатывал, по-моему, на зеленом драконе. Я тут просто занялся, как говорится, фармом этого дракона и бомбил очень-очень много раз. И вот там вот выпали мне как раз подвески, мечи, луки и вот эти вот ледяные ящики. Ну, вы смотрите, как мы его быстро вообще валим. Для нас он сейчас вообще ни о чем, да? Не авторитет нифига. Так, вот видите, мне опять достается меч. 22 голды. Это если я его продам, что ли, да? Так. Мне бы, конечно, хотелось бы другого дракончика завалить, черного. Но пока я слабоват. Так, что же мы можем здесь с вами предпринять?
Этот уровень я не могу, да, пройти? Какой он там? 490-й. По непонятным мне, блин, причинам. Ладно, давай попробуем, наверное, просто проходить волны. Просто пройдем волны. Кстати, надо будет посмотреть, может быть, я кого-то могу еще трансформировать. Мы же, кстати, не глядели этого дела, да? Я улучшил только кого? Ангела и Зевса. А у меня же еще вот эти два лучника есть. Так, уже летуны. Тихо. Прилетели тут каркуши, видите ли мне. 157-я волна на 190... Так, мимик. Отлично, мимик, спасибо, кстати. То, что появляется здесь, да, и... Как говорится, бесплатно мне дал сейчас один гемчик. Ну, эту волну пройдем, друзья. Легкую причем. Отличненько. Так. Это мне не нужно. Хм. Замок можешь прокачать нам. Маленько. О, смотрите-ка, какой у нас красивый стал замок с вами. Так, и давай посмотрим теперь по улучшениям. Хантер, я могу тебе? Могу, друзья мои. Так, а какой, интересно, лучше? Тут скорость атаки увеличивается на 200% на 5 секунд, да? А здесь на 6,5 секунд. Ну, как я понял, друзья, да, у нас самые лучшие ветки почему-то все время идут вот с правой стороны. Поэтому я прокачаю вот эту вот веточку, да? Надеюсь, я правильно все сделал. Так, посмотрим, что у нас на кросс-хантере. А, кросс-хантер это и был. Так, подожди, а на арчере? На арчере. Так. Shot money arrows. Дамаг на 7 секунд. А здесь... На 5 секунд. А здесь на 7 секунд. Причем все абсолютно одинаково, друзья. Ну ладно, давай так сделаем. Небольшую, так сказать, прокачку мы сделали, да? Посмотрим, что у нас вот тут вот творится. Кто-то говорил, что и Суккубус неплохой персонаж, и Элизабет. Я, честно говоря, не знаю, друзья мои. Так, а здесь-то мы тоже можем с вами прокачаться. 30... Сколько стоит? 20 гемов. Ага. То есть у нас каменный голем будет наносить 495% атаки. Но здесь нужно два... А этот... Видите, у нас тут меняется так. Все големы дамажат на 60%. Все големы. А у меня сколько големов получается? Этот, да, и по-моему... А, у меня... Подожди, все големы, у него только один. Так, тут двойная атака. Черт подери, что вот прокачать-то? А здесь что? Что-то активируются гемы какие-то. Так, друзья мои, напишите, надеюсь, мне в следующих комментариях, какие лучше прокачивать перки. Ну что, давай еще, наверное, боечек с вами замутим. Да? Погнали. Все големы. Ну, я сомневаюсь, что вот энд это голема. Это энд. Просто энд. Хотя мы можем зайти... В нашего друида, ну, я имею в виду, посмотреть, что у него там по прокачке. Голем? Или это все-таки просто энд? Самон. Так. Слушай, мимик очень часто нам стал выпадать. Вы заметили? Мне это нравится. Очень нравится. Так, ну что, давайте, давайте, давайте там, пробивайте. 158-я волна у нас уже, как говорится, пройдена. Отлично, спасибо. Так, это мне не нужно. Улучшаем. Вот так вот. Слушай, действительно, вот для чего я взял, друзья, и покупал вот эту вот штуку? Голд моды. Автобой. Свободный. А как он должен действовать-то, а? По какому принципу он должен работать, этот автобой? Я, честно говоря, не знаю. Друзья, если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, что у нас тут? Бараки, турели. Прокачать башню нам, что ли, маленько? Вот и все, вот и вся прокачка. А что вот это вот такое вот? Бесконечность. 65 рублей за что? Я не знаю, за что. То есть, ну вот, например, мы с вами здесь... Что там? Нужно набить 10 миллионов очков дамага?
То есть, ну вы сами понимаете, да? С каждым разом армия все сильнее и сильнее. Undead, нежить какая-то тут на нас прет. Пока справляемся, друзья. А что в конце нам за это дадут? А? Что-нибудь вообще дадут нам? Какой-нибудь приз? Или ничего не будет? Слушай, а мне нравится так вот. Сидишь, смотришь себе, они сами по себе бомбят тут. Тебе даже ничего делать не нужно. Вот я, честно говоря, думал, что автобой будет типа того. Я думал, что сейчас поставлю, да, дойду там до 250-й волны. И дальше мы будем с вами, ну, нормально, своими руками, как говорится, играть. Но не тут-то было, почему-то он не срабатывает. Так, друзья, а кто наносит мне повреждения по замку? Кто-нибудь это объяснит мне? Я же не вижу, чтобы тут кто-то стрелял. А, лучники, точно. Лукари, вот эти вот скелетики, которые летают у нас, да? Смотри-ка, смотри-ка, какой наплыв уже. Я прям вот чувствую, что уже монстры стали пожестче. По-моему, пора и нам. Я могу тут? Могу. Все, я это могу активировать. Давай, давай, чтобы никто здесь не подошел. 10 миллионов дамага. Набери-ка тут называется. Ага. 10 миллионов дамага. Ну, зато голда фармится у нас. Так, тихо, отвалите. Что? Что такое? Я проиграл, да? Пробомбили меня все-таки, да? Ну ладно, с кем не бывает. Так, попробуем еще с вами одну волну пройти. Попробуем еще одну волну. 10 гемов с вами заработаем и попробуем еще маленечко прокачаться. По-моему, там 10 гемов нужно или 20 уже на вторую прокачку. Сейчас проверим. Так. Если брать, например, да, того же лучника эльфа, то кого убирать? Я даже не знаю, кого тут убирать. Все, в принципе, хороши, все нужны. Ну, так, отлично, победа за нами. Так, друзья, давай-ка глянем с вами. Прокачка, например, кросс-хантера. Сколько? 20. 20, друзья мои, гемов все-таки требуют. То есть, я так понимаю, это везде, да, будет? Даже на рейнджере. А ну-ка. Да. 20 гемов, как ни крути. Жаль. Жаль, печаль. Так, ну-ка посмотрим, что у нас у друида. Да, это просто энд, это все-таки не голем. Хотя Самон Стон голем. Хм. Интересно. Так, а мы можем что-то? Нет, мы не можем ничего надеть. Как вот мне, например, друзья, поменять? Вот здесь вот. Видите, орлы. Вот как вот мне это сделать? Призывает. Призывает двух орлов. А сейчас в данный момент у нас с вами волки. Вот они. Два волка. Блин. Как же мне... Может, тейк-офф? Не? Не тейк-офф. Нет, друзья мои, я не знаю, честно говоря, как можно здесь все это вернуть. Так, это экипировка, да? Тейк-офф это убрать, а эквип это экипировать. То есть не могу. Получается, да? Жаль. Хотя мне писали, Рэй, поменяй. Можно еще, типа, ну, сделать. А как это сделать, если не получается? Бесполезно пока. Так, ну что, друзья, давайте, наверное, еще один бой с вами сделаем. Я просто не знаю, что здесь еще можно замутить. Естественно, я хотел бы захватывать территории, да, все это, но, как видите, в данный момент мы еще с вами слабы. И сколько денег бы я не зарабатывал, этого мало. Но вот если бы 30 лямов бы у меня было, если бы я знал, что вот та приблуда не работает, естественно, я бы на нее даже и не тратился бы. Я бы эти 30 лямов спустил бы на улучшение бы нашей армии, в конце-то концов. А то купил бесполезную какую-то фигню, которая даже не работает. Так, ладно, 160-я волна подходит к концу. Босс, где босс? Должен быть босяра. Вон он, вон он, вон он. Бежит. Так, отлично, виктори. Одно очко опыта. Так, давай-ка мы сюда вот вольем его. И попробуем на этот раз еще разочек справиться. Где он? Куда он делся-то? Так, 730, 520. Блин, это что? Осталось 520, что ли, только и все?
Да ну-ка, а, вот, 490, друзья, вот. Фух. Ну давай попробуем, может быть, получится на этот раз прожать. Хотелось бы, конечно, в это верить, но с трудом. Так, ну неплохо, неплохо сейчас вот в данный момент, смотрите. Но я вот заметил, чем меньше здоровья становится у замка, тем как-то сильнее у него становятся бойцы. Ай, смотри, как хорошо проминаем. Великолепненько. Так, мне хватит еще, да, на пару призовов. Попробуем. Сейчас попробую, наверное. Давай так, хоп, хоп. И... Да что ж вы замок-то не колбасите, господи. Давай, я больше ничего не могу сделать. И смотри, что получается. Они меня как будто вот прожимают. Успевают прожать. Мне кажется, надо как-то наших вот этих вот... Ведь големов этих можно же улучшить, вот эти кристаллы? Ведь можно же, да? По-моему, можно. Так, ну-ка, ангелы, давай. Лишь бы просто не сдаться, не сфейлиться нам здесь. И все будет хорошо. Так, это заморозка, вот эта вот башня морозильная, она нам толком здесь не помогает. Так, манна копится, но очень медленно. Вообще не сдвигаемся, просто с точки. Вот я смотрю на остатки жизни. Во-во-во-во-во-во, пошло, друзья мои. Потихонечку, полигонечку, давай еще. Так. Проминают, да, потихоньку. Уже все ближе и ближе к моему замку подкрадываются эти аглоедики. Так, ну-ка, сколько там маны надо? Блин. Ну бомбаните, ну пожалуйста, ну сколько это можно терпеть? Сколько можно смотреть на это все? Не, ну в принципе, голда фармится, нормуль. Ты смотри, 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 смотри. Упс, и забомбили, друзья. Вот стоило им только дать слабину, и все, и они просто рвут мой замок. Офигеть, а потихоньку-потихоньку меня притесняли. В общем, моя основная задача, насколько я могу понять для себя, это прокачивать уровень, прокачивать защиту. После этого захватывать территории, естественно, копить деньги, улучшать нашу армию. Ну и все, я не знаю, ближайшая серия, когда у нас выйдет, будем с вами фармить именно голду. Накопим миллионов 50-80, сделаем серию, как раз прокачаемся, немножечко, ну, куда-то там пройдем, посмотрим, что у нас там поменяется. Может быть, дракончика сможем уже черного завалить. Я просто, знаете, думаю о том, как валить эпического дракона. Это вообще, наверное, жестяк просто полнейший. Так, ну что, 161-я волна у нас пройдена. Причем довольно недурно. Так, 161-я волна. Денег, опять же, все-таки маловато еще. Да, делать пока вроде бы и нечего. Будем копить левел. Ну что, друзья мои, на этой ноте, наверное, мы с вами закруглимся. Будем копить деньги, как я вам говорил, прокачиваться, левел поднимать. Ну, а дальше будет видно. Вы, кстати, пишите в комментариях, что можно здесь сделать еще. Может быть, я чего-то не знаю. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.